Всем привет, с вами мистер Вселенная Алексей Нечесанов. Сегодня мы пригласили, продолжаю приглашать супер-супер фитоняшек, девчонок с офигенными просто фигурами, которые вот сделали свое тело сами, очаровательное. Юля Белова. Юля, поздоровайся. Всем привет. Через два дня, у Юли через два дня очень ответственный турнир. Открытый Кубок городов России. И мы искренне надеемся, что она наконец-то его выиграет, достигнет своей цели, своей задачи. И уже дальше пойдет дальше на международные соревнования. Ну а сегодня Юленька, конечно, она сейчас на сушке. Конечно, она такая вот сейчас усталая. Но она для вас покажет свою программу. А мы полюбуемся. Здравствуйте. И так как я нахожусь на сушке, и сейчас у меня идет такой лайтовый тренировочный процесс, я бы хотела показать комплекс упражнений, которые направлены как раз на всю группу мышц, но в то же время можно ее использовать как в зале, без оборудования, так и в отпуске. Как раз сейчас сезон идет отпусков, чтобы вы всегда были в прекрасной форме. Начнем мы с суставной гимнастики. Сначала у нас будет разминка перед комплексом упражнений. Для этого мы, конечно, ставим ноги на ширине плеч, руки на поясе и делаем несколько глубоких вдохов. Повороты головой в одну сторону, в другую сторону. Повороты крутим руками в одну сторону и в другую сторону. Также повороты идут корпусом. В одну сторону и в другую сторону. Немножко потянем ноги. Присед на одну, затем на другую. На одну и на другую. Далее присели на одну ногу полностью. Пальцы противоположно смотрят вверх. Потянулись противоположной рукой. Тянем носок. Как раз у нас здесь идет и плечо, и рука. Мы немножко растягиваем спину. Далее другая нога. Носочек смотрит вверх. Подтянули. Встаем. Скрещиваем ноги. Опустились. Скрещиваем другую ножку, подтянули ягодичную, опустились. Немножко кисти поразмяли, повращали их. И стопы. Ну все, наша разминка готова. Приступаем к комплексу упражнений. Начнем мы, естественно, с наших ножек. Я уже одела резинку, и сейчас мы будем выполнять приседания. Поднимаем на носках, опускаемся на пятки, на полную ногу и встаем. Следующее упражнение – это реверанс. Приседаем на одну ножку, растягиваем ягодичную. И приседаем на другую ножку, растягиваем противоположную ягодичную мышцу. Ну что, приступаем.
Так, третье упражнение – это отведение. Держим мы баланс на одной ноге и отводим одну ножку, противоположную. Следующее упражнение – это наклоны за место становой вместе с резинкой. Цепляем ее к ногам и подтягиваем к себе. Так как у нас резинки разного натяжения, мы для верха берем полегче. Она у меня розового цвета. И делаем упражнение на верх тела. Следующее упражнение у нас будет для спины. Также берем легкую резинку и растягиваем ручки максимально широко. Поднимаем их наверх и опускаем вниз до лопаток. Растягиваем нашу спинку. Итак, завершающее у нас упражнение – упражнение на пресс. Итак, мы продеваем, получается, как носочек. Мы в кроссовке зафиксировали нашу резинку, чтобы она не соскальзывала, и чтобы нас она не отвлекала во время выполнения упражнений. Далее мы становимся в планку и, как скалолаз, мы подтягиваем ноги поочередно к себе. Смотрим, выполняем. Ребята, я искренне надеюсь, что вам очень понравилась и программа, ну и, конечно, вы полюбовались на эту красивую девочку. Ну а пока, пока. Пока.